Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Всем спасибо за то, что вы смотрите и комментируете мои обзоры. Если вы еще не подписались на мой канал, то можно это сделать очень просто. Нажмите кнопку под видео с надписью «Подписаться». Также в конце видео в нижнем правом углу появляется логотип моего канала, нажав на который также можно оформить подписку на мои видео. Сегодняшний обзор мне хотелось бы посвятить модели лимузина ЗИЛ-117 в масштабе 1:43. Эта копия автомобиля производилась с 1982 по 1991 год силами завода Радон, а после этого периода и вплоть до конца производства в 2010 году на заводах Агат, Инкотекс и Массар. Реальный ЗИЛ-117 – это советский легковой автомобиль высшего класса с кузовом седан, который был создан в 1971 году на базе правительственного лимузина ЗИЛ-114. ЗИЛ-117 был создан как более динамичный, скоростной и маневренный по отношению к лимузину ЗИЛ-114 автомобиль сопровождения. Автомобиль оснащался V-образным 8-цилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил. Помимо стандартного и строгого черного, автомобиль окрашивали в темно-синий и темно-вишневый цвета. По своему статусу ЗИЛ-117 считался на одну ступеньку ниже лимузинов ЗИЛ-114 и ЗИЛ-115 и полагался кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Окончание производства данного автомобиля было в 1978 году, и за весь период было произведено около 70 автомобилей. На сегодняшний день они уже считаются раритетными, и ценник на них установлен не менее 500 тысяч долларов. Корпус масштабной модели ЗИЛ-117 металлический, а все остальное из пластика. Особый блеск модели придают хромированные бампера, диски колес, молдинги, двигатели, решетка радиатора, антенна и знак на капоте. Красиво и нестандартно для саратовской модели смотрятся стеклянные фары и рамки дверей. Общее исполнение модели очень качественное и аккуратное. Днище модели красилось в черный цвет, но были и исключения. Сбоку на крыле есть номер 117, как в реальной модели, правда немного крупнее оригинала. На эту модель впервые была установлена антенна, и это был первый ЗИЛ, который начали производить на заводе Радон. Лимузин 117 получил каталожный номер А31. По этой модели ходит легенда о том, что самая первая партия была ошибочно произведена с неправильно открывающимся капотом. Эту модель прозвали за это крокодил. Судя по фотографиям и видеороликам в интернете, такие экземпляры действительно существуют в небольших количестве, но они давно уже осели в личных коллекциях и купить их нереально, как из-за высокой цены, так и из-за невероятный спрос на этот раритет. Самые ранние модели 1982 года могли еще иметь такие редкие особенности, как непрозрачные фары и красный или капроновый салон. Позже появилась решетка радиатора с прозрачными фарами-стекляшками. На моделях вплоть до середины 80-х годов устанавливались антенны, а салон чаще всего был белый. На границе 1982-83 года на днище появилась надпись «Made in USSR». В 1986-87 году на крыше пропадает антенна, а с днища исчезает каталожный номер А31. В этот период возможна как комплектация модели без номера и с антеннами, так и с номером и без антенны. Салон, кроме белого, могли устанавливать и других цветов, например серого или коричневого. В начале 90-х выпускались модели ЗИЛ-117 опять с номером на днище, но без антенны. Также в этот период попадаются модели с разным цветом пластика, салона и ходовой. Нередко можно встретить некрашенное серебристое днище. Самые поздние модели 2000-х годов идут с другим, более светлым хромом. Пластик салона по цвету черный. Качество литья ухудшается, что отображается как на геометрии кузова, так и на частом проявлении так называемой цинковой чумы, которая очень быстро разрушает металл этого ЗИЛ-117. Коробка на эту модель известна в одном варианте с рисунком модели на задней части. Больше ценятся коробки со штампами с ранними датами и в хорошем состоянии. ЗИЛ-117 в моей коллекции, судя по перечисленным особенностям, относится к периоду до 1983 года, судя по отсутствию надписи Made in USSR на днище и наличию антенны на крыше. Цена на эту модель в хорошем состоянии без коробки стартует от 20-30 долларов.
Заранее экземпляры с антенной и номером на днище ценник доходит до $100. Также могут стоить модели в других цветах и с памятными надписями. Цену на редчайший ЖЗИЛ-117 с неправильным капотом сложно спрогнозировать, но на сегодняшний день называют цифру до $10,000. Правда ли то, что коллекционеры готовы за нее заплатить столько, я затрудняюсь сказать, но такой ценник на нее называют те, кто ею владеет. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Если у вас есть дополнения или более свежие данные по этой модели, пишите в комментариях. Всем будет интересно это узнать. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Хорошего настроения и до новых встреч на моем канале.